В январе в универсальном зале Дворца спорта «Зарайск» состоялся рождественский кубок по баскетболу среди мужских команд. В соревновании принимали участие 4 спортивных коллектива, представляющие «Зарайск», «Коломну» и «Рязань». По завершении полуфинальных матчей финал прошла «Зарайская» команда «Игуана-2» и «Фьюжн» из «Рязани». Несмотря на нехватку опыта, молодой состав команды Дворца спорта смог удержать преимущество и выиграть со счетом 55-52, тем самым завоевав бронзовые медали. Финальное противостояние команд «Коломна Юнайтед» и «Игуана-1» прошло в упорной и напряженной борьбе. Так же, как и в матче за третье место, судьба золотых медалей решалась на последних минутах. И в этот день спортивная фортуна улыбнулась основному составу команды Дворца спорта «Зарайск». Со счетом 59-55 победу одержала команда «Игуана-1». Серебряные медали у баскетболистов «Коломна Юнайтед». В номинации «Лучший игрок» награды удостоился игрок «Игуана-1» Петериков Александр. Анастасия Булатова, Ольга Желудева, Герман Беляев, Константин Куянов. Студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.